Размах крыльев 70-80 миллиметров. Вид слабо изменчив. Как и у других видов рода, его весенняя генерация темнее, а бабочки, выросшие в аридном климате, светлее. Вид легко диагностируется по волнистому внешнему краю переднего крыла и неформирующим глазчатый рисунок темным полосам заднего крыла. В итоге синий глазок оказывается широко разделенным на две половины. Распространен бражник от Сирии и Турции через Закавказье и Иран до всех стран Северной Азии, Афганистана, Пакистана и Западной Индии. Развивается от 1 до 3 поколений в зависимости от местоположения. Лед бражника май-июнь в Иране и Турции в одном поколении, март-апрель, май-июнь, август-сентябрь в Центральной Азии в 3 поколениях, май-июль-август в Китае в 2 поколениях. Гусеницы кормятся на ивах, реже на тополях.